Отчетная встреча главного юриста страны прошла в столице. Марат Бекетаев рассказал о работе, проделанной Министерством юстиции в прошлом году. Кроме того, руководитель профильного ведомства рассказал о законопроектах, которые находятся на стадии разработки. Прежде чем перейти к отчету, Марат Бекетаев рассказал о текущей работе. Сейчас в Министерстве юстиции Казахстана идет модернизация 3 законопроектов. Предусмотренные ими изменения направлены на смягчение санкций за административные правонарушения, разграничение полномочий между судом и госорганами, перевод производства по делам об административных правонарушениях в электронный формат и улучшение отправления правосудия по спорам, вытекающим из публично-правовых отношений. От планов к итогам, что сделано за прошлый год. Для увеличения количества адвокатов в Казахстане провели реформу в сфере юридических услуг. За полгода с момента принятия закона в эту сферу пришли 400 специалистов. Больше в стране стало и частных судебных исполнителей. Их недостаток остро ощущался в северном регионе. В прошлом году этот вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. Если ранее на базе Департамента юстиции свою деятельность осуществляло 27 судебных исполнителей по всей области, то на сегодняшний день количество частных судебных исполнителей составляет 52 человека, то есть в два раза больше. Следовательно, услуги по исполнению судебных актов у нас можно получить в два раза быстрее, в два раза больше и в два раза качественнее. По итогам 2018-го в международном рейтинге Doing Business из 190 стран Казахстан вошел в 30-ку государств с развитой бизнес-средой. Такой результат достигли благодаря упрощению процедуры оформления собственного дела, а также перевода ряда услуг в электронный формат, отметил главный юрист страны. Каждый год мы стремимся улучшить портал электронного правительства. В 2018-м там появились такие услуги, как оформление бизнеса, открытие банковского счета, заключение договора о страховании своего дела, постановка его на налоговый учет. Все это можно сделать, не выходя из дома. Отчетную встречу министра юстиции Марата Бекетаева по видеосвязи смотрели представители профильных ведомств всех регионов страны. Они могли задать интересующие их вопросы или выступить с предложением. Дарья Пашминцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.